Для профільного. Мне бы так и переливать. Ага. Готово? Пожалуйста. В этом сезоне в центр прибыло в разное время три маленьких лосенка, которые уже, к сожалению, сироты, и поэтому они сейчас остаются на попечении в кормильном центре на год, чтобы потом быть выпущены в дикую природу. Сейчас самому маленькому лосенку 2 месяца. Прибыл он, когда ему было меньше месяца, порядка 2 недель, самому старшему 3. Сейчас они на молочном выкармливании, на веточном корме. Очень надеемся, что они живы, здоровы и большими лосями выпускаются.